Приветствую вас во второй части, и мы начинаем вязать рукавчик. Отступаем снова метр, на всякий случай. Может быть, там, конечно, лишнего будет, но лучше отступить и больше, чем потом привязывать ниточку. У меня всегда так. Сначала пожадничаю, а потом мало. В общем, набираем 36 петель для рукавчика. Набираем 2 начальные петельки на одну спицу, затем приставляем и набираем еще 34 петельки. Продолжаем. 3, 4, 5, 6, 7, 33, 34, 35 и 36. Все петельки, которые нам нужны, набраны. И мы снова вот эту ниточку, которая короче, которую мы оставляли, снова сворачиваем ее и прикрепляем булавочкой к началу вязания. Вытягиваем спицу свободную и на основной ниточке начинаем вязать. Здесь у нас, в принципе, совсем не важно, то есть кромочную я, как всегда, буду снимать не провязанной, а последнюю изнаночную, либо просто все петельки лицевые провязывайте. В общем, как вам удобно, так и делаете. Сейчас мы провязываем 3 ряда просто лицевыми петельками. То есть это первый ряд, затем второй и третий. И так как у меня кофточка со вставкой персикового, я буду присоединять персиковый цвет. Провязали 3 ряда лицевыми петельками начало, так сказать, нашего рукавчика. И если у вас однотонная кофточка, то вы просто продолжаете этим же цветом. Если же у вас, как у меня, полосочка, то самое время присоединить другой цвет. Итак, просто присоединяю обычным узелком, то есть здесь не обязательно какое-то супер-пуперское присоединение. Почему? Потому что это рукав, и у нас все, как бы, так сказать, присоединения будут с изнаночной стороны. Итак, в общем, кромочную снимаем и продолжаем вязать уже другим цветом. Основную ниточку не отрезаете, обязательно она у вас остается. Таким образом, провязываем другим цветом 4 ряда. При этом, каждый раз возвращаясь к основной ниточке, вы последнюю кромочную провязываете вместе с ниточкой основного цвета. То есть, как бы ниточкой дополнительного основного цвета провязываете кромочную. Так, вяжете, еще раз повторюсь, 4 рядочка. Вот, провязали второй ряд, вернулись к ниточке основного цвета. Захватываете ниточку основного цвета и той, которой провязывали, и вяжем кромочную изнаночной. Разворачиваем и продолжаем вязать ниточкой дополнительного цвета. У меня это персиковый, у вас, если какой-то другой, продолжаете вязать им. Довязали до конца четвертого ряда, берем 2 ниточки основного и дополнительного цвета и провязываем вместе изнаночной. Теперь разворачиваем на лицевую сторону и ниточку дополнительного цвета обрезаете. Не слишком коротко, чтобы можно было заправить кончик. И продолжаем вязать ниточкой основного цвета. Кромочную снимаем, продолжаем лицевыми. И теперь провязываем лицевыми еще 9 рядочков. Этот ряд изнаночный. Итак, 9 рядочков. Провязали 9 рядочков. И смотрите, теперь для тех, кто вяжет на девочку и хочет красивую косичку посерединке рукава, тем сейчас я буду рассказывать, как мы будем вязать. Для тех, кто вяжет мальчику, рукавчик хочет более такой классический, как на кофточке дюфель, то есть вот таким вот узором платочной вязкой полностью. Вы провязываете, получается, 33 рядочка от начала вязания платочной вязкой, а затем, начиная с 34 ряда, отсчитываете 34, 35, 36 и так далее, 8 рядочков. В 8 ряду делаете прибавочку по бокам. Как делать прибавочку, я по ходу вязания этого рукавчика вам покажу. И в каждом 8 ряду прибавляете до тех пор, пока у вас не будет 54 петельки на вашем рукавчике. А затем я покажу, как мы будем продолжать. Еще раз повторюсь на примере этого рукавчика. То есть сейчас мы будем, для тех, кто хочет вязать узор, я буду показывать, как вязать узор, но на самом деле
принцип один и тот же, то есть прибавление в каждом восьмом ряду мы будем делать, учитывая узорчик. И точно так же, что мы будем провязывать, как я вам точно так же все покажу. Итак, для тех, кто вяжет узорчик-косичка на рукавчике. Кромочную снимаем. Обратите внимание, мы вяжем с, так сказать, с изнаночной стороны, где мы меняли ниточку. Вот, как бы у нас получается нитка, которую мы оставляли при наборе, она у нас с правой стороны. То есть это как бы фактически изнаночная сторона. Но так как рукавчик у нас заворачивается, и мы хотим, чтобы у нас красивая косичка была снаружи, то это у нас будет считаться лицевая. При том, что, еще раз повторюсь, отворот у нас будет вот так. То есть вот он наш отворотик, и мы сейчас начинаем вывязывать узор. Кромочную снимаем. Это первая у нас петелька. Провязываем еще 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Затем у нас идут раппорт узора 16 петелек средних. То есть по бокам у нас 36 петелек всего. По бокам мы будем вязать 10 петелек нашей платочной вязки. То есть 1 кромочная и 9 лицевых. И с этой стороны 9 лицевых и 1 кромочная. Средние 16 петелек — это раппорт узора. Вяжем первый ряд раппорта узора. 2 лицевые. Затем 2 изнаночные. 1, 2. 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. И теперь вяжем 2 изнаночные и 2 лицевые. То есть мы провязали 8 средних петель лицевые, по бокам 2 по 2 изнаночные и по 2 лицевые еще, так сказать, по бокам. И продолжаем вязать 9 лицевых наших. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Кромочная, изнаночная. Первый ряд связан. Затем второй ряд и все последующие ряды мы будем вязать по рисунку. То есть кромочную снимаем, 9 платочной вязки так и провязываем, 9 лицевых, они у нас и в изнаночных, и в лицевых рядах продолжаются лицевыми. Итак, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Затем у нас по рисунку идут 2 лицевые, мы их вяжем 2 изнаночными с этой стороны. Затем идут 2 изнаночные, но с этой стороны они у нас 2 лицевые. Так и провязываем по рисунку 2 изнаночные, 2 лицевые. Затем идет 8 лицевых с той стороны, значит по рисунку они у нас с этой стороны все изнаночные. 8 изнаночных, так и провязываем их 8 изнаночных. Затем у нас шли 2 изнаночные с этой стороны, они у нас 2 лицевые, так и провязываем 2 лицевые. И 2 лицевые с той стороны, с этой стороны 2 изнаночные. Так и провязываем. То есть средние петельки, средние 16 петелек мы провязываем по рисунку. У нас изнаночные, значит изнаночные. Лицевые, значит лицевые. Так и провязываем. Затем идут оставшиеся 9 петелек платочной вязки, которые всегда у нас лицевые. И кромочная у нас изнаночная. Второй ряд узора провязан. Третий ряд вяжем так. Смотрите, мы провяжем кромочную, снимем, провяжем 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вы извините, спицы стукают по столу, поэтому может такие неприятные звуки, но у меня очень длинные спицы, как вы видите. То есть и вот это вот окончание стукает. Итак, в общем, не отвлекаемся. Теперь 2 лицевые с раппорта узора нашего среднего мы провяжем так. Смотрите, сначала провязываем заднюю лицевой, не снимая со спицы, а затем переднюю лицевой и уже снимаем со спицы. Перекрестили в левую сторону. Затем у нас 2 изнаночные, так и провяжем 2 изнаночные. Идут 8 лицевых, третий ряд провязываем просто 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 и 8.
Так и провязали их лицевые. Далее 2 изнаночные провязываем изнаночными. И эти изнаночные у нас не будут меняться, они все время у нас будут, так сказать, по бокам от 8 средних лицевых. Затем идут снова 2 лицевые. Мы снова провязываем. Сначала, получается, вторую лицевую провязываем, не снимаем. А затем первую лицевую и снимаем. Таким образом, снова сделали перекрещивание на левую сторону. 9 лицевых довязываем по рисунку платочной вязки. И кромочную, изнаночную. До конца ряда мы довязали третий ряд. Четвертый ряд вяжем по рисунку. Я не буду далее повторяться. Изнаночные, четвертый, второй, четвертый, шестой, восьмой ряд и так далее. Изнаночные мы вяжем все по рисунку. Кромочная, далее 9 лицевых. Далее у нас идет 2 изнаночные, 2 лицевые, 8 изнаночных, 2 лицевые, 2 изнаночные. В общем, и так далее. Мы продолжаем. Вот они у нас, 2 изнаночные мы так и провязываем, 2 лицевые так и провязываем. В общем, и так далее. Все изнаночные ряды, запомните, 10, так сказать, петелек платочной вязки с этой стороны и с другой стороны. А средние петельки, 16 петелек, мы провязываем все полностью по рисунку. Пятый ряд рисунка. Кромочную снимаем, 9 лицевых. И доходим до момента 16 средних петелек. Мы всегда первые 2 лицевые из рапорта, то есть те, которые мы перекрещивали налево, всегда будем в лицевом ряду, в каждом лицевом ряду перекрещивать налево. Провязываем вторую петельку лицевой, не снимая, затем первую лицевой и снимаем. Почему не снимая? Для того, чтобы не менять просто местами петельки, мы сразу их будем провязывать как нужно. Затем у нас идут 2 изнаночные, провязываем изнаночными, а средние 8 петелек мы сейчас будем перекрещивать. Для этого берете дополнительную спицу. Почему я вам говорила, что нам спицы понадобятся еще помимо того, чтобы оставлять открытые петли, они нам понадобятся вот сейчас для перекрещивания. Итак, из 8 петелек нам нужно 4 перекрестить вправо и 4 перекрестить влево. Для этого на дополнительную спицу первые петельки 2 снимаем и оставляем за работой. Следующие 2 петельки провязываем просто с левой спицы на правую 2 лицевыми. Теперь с дополнительной спицы провязываем 2 лицевые снова на правую спицу. Перекрестили таким образом первые 4 в правую сторону. Теперь вторые 4 нужно перекрестить левую. Для этого 2 первые оставляем перед работой. 2 следующие провязываем лицевыми. И с дополнительной спицы провязываем также петельки лицевыми. Таким образом мы перекрестили 2, получается 2 петельки с наклоном сначала вправо, а затем влево. Всего 4 получается перекрещенные. Вот, смотрите. Таким образом мы связали почти пол раппорта узора, чуть больше. Довязываем 2 изнаночные. И 2 лицевые, те, которые они у нас остались, мы снова сначала вторую провязываем лицевой, а затем первую. Теперь довязываем до конца платочной вязкой наши 9 петелек, 10 кромочная. Изнаночный ряд, все по рисунку, как всегда. Дойдя с изнаночной стороны до перекрещенных петелек изнаночных, мы все время будем провязывать все по рисунку, то есть смотрите, там где у нас 2 изнаночные, провяжем 2 изнаночные, 2 лицевые, провяжем лицевыми. 8 изнаночных всегда, эти петли будут неизменно, 8 изнаночных, 2 лицевые, 2 изнаночные, то есть всегда они вяжутся по рисунку. И соответственно наша платочная вязка. Седьмой ряд мы будем провязывать также по рисунку. Я решила перейти на более короткие петельки, спицы, так как у нас сейчас мало петелек на спице, поэтому пока на коротких буду. Итак, кромочную снимаем, платочную вязку провязываем 9 лицевых. Все по рисунку. Теперь снова у нас 2 лицевые идут, наш, так скажем, будем называть маленький жгутик. Снова вторую провязываем лицевой, затем первую лицевой. 2 изнаночные провязываем 2 изнаночные и
Где 8 лицевых, так и провязываем 8 лицевых. То есть запомните, жгутики маленькие мы перекрещиваем в каждом ряду с наклоном влево. Честно говоря, я не стала над этим, так сказать, сильно заморачиваться над узором и углубляться, поэтому я как на правом рукаве, так и на левом провяжу с наклоном влево. Я не знаю, почему я так решила, но я сначала хотела провязать одну влево, затем во вторую, так сказать, второй жгутик вправо. Но, честно говоря, я посмотрела, как это будет смотреться на примере, и мне не понравилось. Я решила в одну сторону наклон, причем как на том рукаве, так и на том. Скажем так, у меня это будет китайский брак, но, ну, в общем, честно говоря, я не стала над этим просто сильно углубляться и как сделала, так сделала. Вы, если хотите, можете сделать с наклоном, так сказать, влево одну, другую с наклоном вправо. Хотите, просто один рукав свяжите полностью, два жгутика с наклоном влево, а второй рукав с наклоном вправо. То есть мы сейчас, получается, меняем таким образом, что сначала провязываем вторую, первая у нас перед работой, так условно сказать, петелечка, то вы можете первую оставлять за работой на втором рукаве. Теперь провязали, жгутик поменяли с наклоном влево и довязываем нашу платочную вязку. Изнаночные, как всегда, по рисунку. Девятый ряд мы будем провязывать как третий, то есть делать снова поворотики нашего, так сказать, нашей средней косички, жгутика, рана, в общем, как кто называет, нашей средней широкой косички. Но, начиная с этого ряда, мы будем делать прибавление. То есть, смотрите, получается сейчас 9 ряд, но это 9 ряд узора. Мы сейчас будем делать прибавление. И то есть мы будем делать, как бы так объяснить вам, чтобы было понятно. Мы сделали вот первый поворот. Сейчас у нас будет второй поворот основной. То есть вот эти жгутики не считаем. Я за средние повороты говорю. Один сделали поворот, второй. Затем снова один, второй, один, второй. И вот в каждом втором мы будем делать прибавление в начале ряда одну петлю и в конце ряда одну петельку на лицевой стороне. То есть смотрите, сейчас у нас по узору 9 ряд. Мы в нем прибавим. Затем у нас будет следующий поворот. Мы просто делаем поворот. Затем следующий поворот, перекрещивание. Вот поворот, это вот перекрещивание, вот это. Мы будем снова делать прибавление, затем снова сделаем перекрещивание, просто так провяжем до следующего поворота перекрещивание, сделаем прибавление. В общем, сейчас по ходу вязания вы поймете. Честно говоря, не знаю, как это объяснить, чтобы было вам более понятно и, как бы, в общем, чтобы объяснить вам так, чтобы вы поняли. Честно говоря, не знаю. Итак. В общем, по ходу вязания вы сейчас все поймете. Сделали первое перекрещивание в третьем ряду. Сейчас мы как бы делаем девятый ряд, но повторяется третий ряд. То есть, смотрите, кромочную снимаем, затем между петлями у нас вот здесь вот такая перепоночка, скажем. Мы ее захватываем и одеваем на левую спицу. Провязываем эту перепоночку перекрещенной лицевой. То есть вот, смотрите, за заднюю стеночку. Вот вы одели, как она была у вас, вот подняли правой спицей, одели на левую спицу. И за заднюю стеночку провязываем ее лицевой. Вот так вот. Сделали прибавление, получается одно. У вас первое получится не очень быстро, но вы попробуйте. Вот так вот, перекрещенной. Почему перекрещенная? Чтобы у вас по ходу вязания вот здесь дырки не было. Она как бы условно есть, но вот она есть везде, как бы небольшая. Итак, первую сделали, петелечку прибавили в начале ряда, затем провязываем 9 лицевых нашей платочной вязки. Теперь у нас идет 2 лицевые жгутика. Мы снова вторую провязываем лицевой, не снимаем, первую провязываем лицевой, не снимаем 2. Теперь у нас 2 изнаночные, мы их провяжем, 2 изнаночные. И у нас дошли до момента перекрещивания. Вот, у нас 8 петелек лицевых. Снова берем дополнительную спицу, 2 первые снимаем, оставляем за работой. 2 вторые
провязываем лицевой на правую спицу. Теперь с дополнительной спицы провязываем 2 лицевой. Сделали перекрещивание снова в правую сторону. Теперь 2 первые снимаем на дополнительную спицу и оставляем перед работой. 7 и 8 провязываем лицевыми. И возвращаем, так скажем, 5 и 6 лицевыми на правую спицу перевязываем. Оставшиеся петельки довязываем по рисунку. 2 изнаночные, затем провязываем 2 лицевые жгутик перекрещенные. Сначала вторую провязываем, затем первую. 2 петельки снимаем вместе. И довязываем 9 наших платочных петелек. 9 лицевых. Теперь довязали 9 лицевых и между кромочной нашей и довязанной 9 лицевой у нас вот она тоже есть перепоночка, вот она, петелька. Мы ее поднимаем на левую спицу и снова провязываем за заднюю стеночку. Кромочная, изнаночная. Таким образом мы вначале подняли перепонку, провязали лицевой и в конце. И у нас получилось 2 петельки мы добавили. О чем я вам говорила сейчас, вот буквально несколько минут назад. Вот мы сделали первое перекрещивание вправо-влево. И теперь мы сделали второе перекрещивание вправо-лево. Как бы 9 ряд провязали как 3. И сейчас продолжаем 10 ряд вязать как 4 по рисунку. 11 ряд как 5 по рисунку. И в каждом втором перекрещивании будем добавлять по петельке с каждой стороны. То есть у нас было 36 петель, а сейчас у нас благодаря двум прибавкам 38 петель. Итак, изнаночный ряд, все по рисунку. Эту петельку добавленную мы провязываем как платочную, то есть по рисунку платочной вязки. С одной стороны она у нас лицевая, и с другой стороны она у нас лицевая. Как бы добавляется уже не 9 петелек, а 10 петелек лицевых платочной вязки. Довязав изнаночный ряд, лицевой ряд снова провязываем по рисунку. 10 у нас уже теперь помимо кромочной 10 лицевых платочной вязки. Затем у нас идут жгутик 2 лицевые, перекрещиваем в каждом лицевом ряду. Провязываем сначала вторую петельку, затем первую и снимаем обе петельки со спицы. Затем 2 изнаночные и наши 8 лицевых средних по рисунку. Затем идут снова у нас 2 изнаночные и 2 лицевые жгутика. Мы провязываем сначала вторую петельку, не снимая, затем первую и снимаем обе. Теперь 10 петелек платочной вязки и кромочная. Обязательно, если вы провязывали изнаночной, провязываем изнаночной. Если провязывали лицевые, все лицевые, значит провязываем лицевой. Итак, изнаночный ряд тоже по рисунку. Смотрите, я сейчас довяжу изнаночный ряд и расскажу вам принцип вязания вот этого узора. Он на самом деле очень простой, чем кажется на первый взгляд. В общем, он кажется такой довольно-таки непростой. Довяжем до конца изнаночный ряд, и я вам расскажу принцип вязания узора. Итак, сейчас мы повторяем, получается, снова с третьего ряда. То есть, смотрите. Помимо того, что мы в каждом втором поворотике будем добавлять по 2 петельки с обеих сторон по петельке, еще узор наш повторяется. Смотрите, мы сначала провязали первый, второй, третий ряд, в третьем сделали перекрещивание, затем провязали четвертый, пятый, шестой, седьмой, мы, получается, снова сделали перекрещивание. И теперь, смотрите, после каждого перекрещивания у нас должен провязаться, в общем, изнаночный ряд, лицевой и изнаночный ряд. Через ряд лицевой, получается, мы делаем перекрещивание в средней косичке через лицевой ряд. То есть вяжем перекрещивание, затем у нас изнаночный, лицевой и изнаночный. В лицевом снова делаем перекрещивание. Затем опять идет изнаночный, лицевой, изнаночный. В лицевом опять перекрещивание. То есть в каждом, получается, четвертом ряду мы делаем перекрещивание.
Вот эти маленькие жгутики мы в каждом лицевом делаем перекрещивание. То есть, если большую, мы через ряд перекрещиваем, две петелечки оставляем за работой, две перед работой, то маленькие жгутики мы перекрещиваем в каждом лицевом ряду. Изнаночные просто провязываем, у нас здесь изнаночные петли. Теперь же не забывайте, в каждом втором поворотике мы добавляем по петельке. То есть сейчас мы считаем, первый поворот мы сделали, второй поворот сделали прибавление, сейчас третий поворот не делаем прибавление, на четвертом будем делать. Итак, в общем, провязываем кромочную, снимаем, снова наши 10 уже теперь петелек, не забываем, платочной вязкой провязываем, как обычно, лицевыми. Теперь две следующие петельки перекрещиваем, провязываем сначала заднюю петельку, вторую, затем первую, затем снимаем, 2 изнаночные. Перекрещивание, запомните, мы делаем дополнительной спицей. 2 оставляем первые из 8, первую, вторую за работой. Третью, четвертую провязываем лицевой. Первую, вторую возвращаем и провязываем также лицевой. Теперь, получается, пятую, шестую мы снимаем на дополнительную спицу. Оставляем перед работой. Седьмую, восьмую провязываем лицевой. Теперь пятую, шестую возвращаем и провязываем лицевой. Таким образом мы сделали перекрещивание 4 петелек сначала вправо, затем 4 влево. Убираем дополнительную спицу, 2 изнаночные и 2 лицевые. Провязываем сначала вторую лицевой, не снимая, затем первую. Снимаем обе петельки. Довязываем 10, получается, платочных петелек. Платочной вязки 10 лицевых и кромочная изнаночная. Изнаночный ряд, как всегда, не забывайте, он провязывается по рисунку. И теперь пришло вам самое время запомнить, как вяжется узорчик, чтобы у вас не возникало вопросов. Мы сделали только что перекрещивание, теперь провязали изнаночный ряд. Провязываем лицевой ряд без каких-либо изменений, то есть он у нас второй ряд в рапорте в высоту. Провязываем 10 платочной вязкой, 11 кромочная. Теперь вторую сначала петельку провязываем лицевой, затем первую. Снимаем 2 петельки со спицы, 2 изнаночные, 8 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 изнаночные, теперь 2 перекрещенные влево, сначала вторую провязываем, затем в первую снимаем и довязываем 10 петелечек платочной вязки, кромочная, изнаночная. Изнаночный ряд снова по рисунку, он у нас будет третий ряд в рапорте. Четвертый ряд в рапорте провязывается как первый, но у нас это уже парное перекрещивание, то есть первое, второе перекрещивание, третье, сейчас мы делаем четвертое. То есть в каждом парном перекрещивании мы добавляем по петельке с каждой стороны. Кромочную снимаем, берем в среднюю, так сказать, вот эту вот перепоночку, одеваем на левую спицу, провязываем перекрещенной лицевой петелькой, то есть за заднюю стеночку провязываем. Добавили петельку, довязываем полностью наши 10 платочных петелек лицевыми. Теперь провязываем перекрещенный жгутик, 2 лицевые перекрещенными, сначала вторую, затем первую, 2 изнаночные. И теперь берем в руки дополнительную спицу, делаем перекрещивание большой косички. Первую, вторую снимаем, оставляем за работой на дополнительной спице. Третью, четвертую провязываем лицевой. Первую, вторую провязываем лицевой с дополнительной спицы. Теперь пятую, шестую снимаем на дополнительную спицу. Седьмую, восьмую провязываем лицевой. И пятую, шестую с дополнительной спицы также провязываем лицевой. Две изнаночные вам так и нужно будет провязать двумя изнаночными. Спицу дополнительную убираете. 2 изнаночные провязываем.
соскочила изнаночная, поэтому вы смотрите аккуратненько, чтобы у вас петельки не терялись с узором. Подтянули, одели обратно, если соскочила, и провязываем 2 изнаночные, перекрещенные 2 лицевые, сначала вторую, затем первую, и довязываем 10 наших лицевых платочной вязки до кромочной. Между последней петелькой и кромочной снова ищем перепоночку, петелечку. Вот так вот поднимаем ее. Вот она у вас как бы от кромочной идет снизу. Вы ее поднимаете и за заднюю стеночку также провязываете перекрещенной лицевой. Кромочная, изнаночная. Теперь снова. Это у вас получается четвертый ряд или первый. Первый, теперь второй изнаночный. Третий лицевой, четвертый изнаночный. Снова провязываете первый перекрещенный, второй изнаночный, третий лицевой, четвертый изнаночный. Снова перекрещенный, но не забывайте в каждом парном перекрещивании, то есть еще раз повторюсь, первое, второе добавляете, третье, четвертое в четвертом добавляете перекрещивание. Сейчас мы сделали пятое, теперь будет следующее, шестое, добавляете. Таких перекрещиваний вам нужно сделать 18 штук. То есть вот мы сделали одно перекрещивание, второе, третье, четвертое и пятое. Вам нужно сделать 18 перекрещиваний. Таким образом вы провяжете практически всю высоту рукава. И мы затем довяжем... Уже как бы сделаете нужное прибавление, то есть до 54 петелек вы, когда будете прибавлять, обязательно считайте, сколько у вас петелек, и таким образом вам, в принципе, будет легко. То есть здесь вы провяжете 18 петелек, то есть сделаете 18 перекрещиваний, то есть сделаете 9 прибавлений. То есть вам за все вязание рукава нужно сделать 9 прибавлений, то есть 54 минус 34, это получается 10, но, подождите, 54 минус 36 начальный, это 9 прибавлений, то есть 18 петелек нам нужно прибавить. Так как мы прибавляем с обеих сторон, то 9 прибавлений. Итак, смотрите, мы сейчас с вами сделали, получается, 1-2 прибавления, 3-4 прибавления. Пятое перекрестили, на шестом делайте прибавление. Седьмое провязывайте на восьмом прибавление. Девятое провязывайте на десятом прибавление. В общем, на каждом втором перекрещивании. Так вам будет легко и просто запомнить, где вы делали прибавление. И, соответственно, вы эти прибавления увидите не только по количеству петелек, а еще по вот таким порогам. То есть, видите, мы сделали одно прибавление, вот оно у нас видно. Сделали второе прибавление, оно у нас видно, и каждое прибавление у вас будет расширять рукавчик, и его будет хорошо очень видно. Итак, продолжайте самостоятельно прибавлять петельки до 54, а затем мы с вами продолжим. Итак, вот я сделала 18 поворотиков, плюс прибавила петельки, у меня сейчас 54, я сделала 18 поворотик сейчас. Переворачиваем на изнаночную сторону и продолжаем вязать еще 2 поворота. Но при этом мы, провязывая второй поворот, не будем делать прибавления. То есть с прибавлениями у нас покончено. Нам осталось провязать всего лишь 2 рапорта поворота, то есть 2 рапорта в высоту. Вот мы довязали рукавчик. У меня получилось... Если вы будете считать по поворотам, то есть по вот таким вот, я бы сказала, сердечкам, то их получается провязано 20 штучек. То есть смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20. Вот он у нас повернут, но мы на нем будем заканчивать. То есть вы, получается... Сделали поворот, провязали изнаночный ряд, и вот он наш лицевой. То есть, если вы посчитаете, как я вам говорила в предыдущих, так сказать, моментах, изнаночные ряды, по которым я вам говорила сверять, потому что сантиметровой линейкой вам как бы будет тяжело понять.
сколько здесь сантиметров. Если хотите, я вам сейчас могу, в принципе, и сказать, сколько здесь сантиметров. Но для начала я вам советую, посчитайте все-таки, чтобы у вас здесь изнаночных рядов было 45. То есть вот она по спице 45 идет ряд изнаночный. По сантиметрам я вам сразу хочу сказать, что у меня получилось. Итак, 28,5 это с развернутым. И если вы сделаете отворотик, то там где-то 26, наверное, будет. Нет. Итак, 25. Вот, 25 получается от начала до, так сказать, вот до последней, до поворотика вот этого вот. 25, даже 25,5, если точно быть. Итак, вы ориентируетесь по своему вязанию. Если у вас ниточка как бы не соответствует моей, то вы уже смотрите, сколько вам нужно провязать. И повернув на лицевой ряд, мы начинаем заканчивать наш рукавчик. Заканчиваем мы, как делали проймочки, как делали плечевые скосы. Кромочную снимаем, далее вяжем лицевую. Одеваем на нее кромочную. Далее лицевую, одеваем на нее предыдущую. Лицевая, одеваем предыдущую, лицевая, одеваем предыдущую. Таким образом, мы закрываем, так сказать, платочную нашу вязку. Сейчас мы, дойдя до нашего жгутика из двух лицевых, я вам покажу, как мы там будем заканчивать. Там немножечко мы провяжем не просто лицевыми, а я вам сейчас дойду и покажу. Вот. Итак, делаем протяжечки, протяжечки. Вы не забываете, чтобы у вас было здесь 54 петельки после последнего прибавления. Затем мы провязали еще 2 поворота просто прямой вязочкой. Вот, смотрите. Итак, я дошла до двух лицевых жгутика. Мы берем, как бы вот мы провязывали вторую, а затем первую, то мы сейчас снимем на правую спицу их 2. И первую петелечку оставим вот так вот на левую спицу, а вторую за работой. И вот так вот перевернем ее. Как бы, то есть вы сделали снова наклон влево, но уже перемещением петелек спицами. И теперь провязываем лицевая протяжка, и первую мы провязываем также лицевой протяжка. То есть мы не просто провязали лицевая протяжка, а как бы тоже повернули для того, чтобы был у нас вот этот рисуночек не нарушен. Он как бы у нас на плечевом скосе будет красивенько смотреться. Теперь у нас идут 2 изнаночные. Мы тоже их провяжем лицевой. В принципе, здесь не так значительно важно. Делаем протяжечки. И у нас здесь 8 лицевых. Снова провязываем лицевая протяжка, лицевая протяжка. Протяжка — это одевание предыдущей петли на последующую. Вот так вот. Протяжка. Протяжка. И снова, дойдя до двух лицевых нашего жгутика, мы точно так же сделаем поворотик налево, а затем сделаем лицевые и протяжки. Вот мы дошли до двух лицевых. Меняем, снимаем на правую спицу 2 петельки. Первую, получается, одеваем на левую спицу, вторую оставляем за работой. Вторую петельку одеваем и провязываем лицевая протяжка. И первая лицевая протяжка. Итак, до конца вот эти платочные петельки закрываем. Лицевая протяжка до конца. И вот мы последнюю делаем лицевой и протяжку. Теперь я вам советую сделать как бы воздушную петельку и вытягиваем ниточку. Но опять же, советую вам оставить кончик, так сказать, хотя бы где-то сантиметров 40-50, а то, если хотите, в принципе, можно больше, не экономьте ниточку, чтобы вам эта экономия потом не обошлась, так сказать, привязыванием ниточки. Итак, в общем, второй рукавчик делайте аналогичным этому, то есть такой же точно. Хотите, единственное, можете повороты делать не налево, а направо, но, честно говоря, я сделаю такой же рукавчик, он, благодаря тому, что мелкий вот этот вот узор жгутик, он у нас будет, так сказать, не слишком заметен, поэтому я не стала как бы заморачиваться. И мне, честно говоря, провязывать вторую петельку, а затем первую, намного удобнее, чем их менять местами.
Вот я провязала два рукавчика, как вы видите, они у меня абсолютно одинаковые. Точно так же я меняла ниточки, точно так же оставляла, так сказать, ниточки для сшивания рукавчика. И вот у меня получились два абсолютно одинаковых рукавчика. Я вам говорила, что у меня 45 изнаночных рядов, и с этой стороны у меня на рукавчике на другом 45 изнаночных рядочков. В общем, мы начинаем вязать кармашки. Теперь берем спицы. Я взяла чулочные, так как они у меня, так сказать, одинаковые по размеру с платочными. И набираю 18 петелек. Итак, две первые набираю на одну спицу, как всегда, чтобы край не растягивался. Приставляю вторую и набираю далее. 3, 4, 5, 17 и 18. Разворачиваем вязание и вытягиваем свободную спицу, на которой у нас нет начальных набранных двух петель. Теперь первую мы провяжем изнаночной, а последующие все продолжаем лицевой, кромочную, также последнюю провяжем изнаночной. Почему я провязала первую изнаночную? Для того, чтобы у нас закрепилась ниточка, как бы предыдущего ряда. И теперь вяжем таким образом лицевыми петельками платочной вязкой 27 рядочков. То есть это у нас провязан первый, довязали до конца кромочная, изнаночная, развернули. Первую кромочную снимаем, это у нас получается второй. Таким образом вяжем всего 27 рядочков лицевыми петельками платочной вязкой. Провязали 27 рядочков, и 28 ряд у вас получается с левой стороны кусочек ниточки начала набора петель. Теперь мы берем, по крайней мере беру я, добавляю полосочку персикового цвета. Просто присоединяю узелочком. Мне не столь здесь принципиально соединение какое-то без узелковое, потому что это карманчик, это будет все с изнаночной стороны. И, так сказать, будет убрано от глаз. Итак, в общем, присоединили узелочком другой цвет и продолжаем вязать этим цветом. Кромочную снимаем, затем провязываем все петельки лицевые. Итак, нам нужно провязать 4 ряда. Но каждый раз, возвращаясь к присоединению ниточки, мы провязываем кромочную петельку ниточкой дополнительного и основного цвета вместе. Для того, чтобы у нас постоянно ниточка, так сказать, основная, то есть у меня эта серенькая, сопровождала дополнительную, чтобы потом без какого-либо перехода перейти непосредственно к вязанию основной ниточкой. Итак, это второй у нас ряд, получается, изнаночный. И снова провяжите лицевой и изнаночный ряд. Но последнюю петельку этого ряда кромочную мы вот провязываем, как раз я дошла до момента, мы провязываем вместе ниточкой дополнительного и основного цвета. Кромочную провязываем, изнаночную. Вот так вот. И разворачиваем и дальше продолжаем ниточкой дополнительного цвета. Если у вас кармашек однотонный, вы просто вяжете все эти рядочки просто одним цветом. Мы провязали 4 ряда дополнительным цветом. Теперь ниточку обрезаем так, чтобы ее можно было спрятать в кончик. То есть где-то сантиметрик, там полтора оставляете, сколько вам нужно для, так сказать, закрепления ниточки. И продолжаем провязывать еще 4 ряда основным цветом. То есть это первый ряд, придерживаете ниточку, ту, которую обрезали, чтобы она у вас не выскочила с петелькой первой провязанной, вот так вот. И продолжаем. Это первый ряд, изнаночный второй, снова лицевой третий и изнаночный четвертый. Продолжим мы с вами на лицевом пятом рядочке. Пятый ряд основного цвета от полосочки. Кромочную снимаем, следующую провязываем лицевой и делаем протяжку. Одеваем кромочную на лицевую. Теперь снова лицевая, одеваем предыдущую на нее. То есть мы сейчас все петельки полностью закрываем, как мы закрывали проймочки, плечевые скосы, рукавчик в конце, как мы закрывали. То есть мы сейчас полностью закрываем наши 18 петелек красивыми такими вот
лицевыми петельками, косичкой красивенькой. До конца закрываем петельки. Можно было бы, конечно, изнаночными здесь провязывать и делать протяжки, но, честно говоря, мне больше нравится, когда косичка наверх, она такая аккуратненькая, оригинальненькая, особенно если заканчивать красиво ряд, то получается довольно-таки все миленько и нежненько. Итак, довязали последнюю протяжку, теперь сделали воздушную петельку. Вот, сделали воздушную петельку, хотите крючком, хотите спицей, в общем, просто можно рукой. И вытянули, затянули хорошо петельку, вытянули, обрезали так, чтобы можно было пришить наш карманчик. То есть оставляете где-то сантиметров 40, можете чуть больше. И вот так вот хорошенечко затягиваем нашу воздушную петельку, чтобы у нас кармашек прям так уголочек приобрел. Теперь мы, получается, закончили провязывать наш кармашек. Вот у нас получилась на кармашке такая полосочка. Если у вас однотонный кармашек, замечательно. Будет такой более хороший, строгий вид. И теперь прячем вот эти кончики наши. Хотите, можете снова узелочек завязать, так как это детская кофточка, и она у нас вот здесь вот с изнаночной стороны закрепления ниточки. Можете просто вот здесь между петельками продеть, так сказать, спрятать кончики. Обязательно закрепите вот этот болтающийся конец, который у нас был в конце не закрепленный. И вот здесь вот, которая при наборе петелек у нас ниточка свободная осталась, обязательно ее также закрепите. Желательно там или узелком, или воздушной петелькой. Я всегда делаю воздушную такую вот петельку и ей закрепляю ниточку. И точно так же затягиваете хорошо, чтобы она у вас, так сказать, приобрела вид уголка. То есть, чтобы не просто закругленная была или вытянутая петелька, а уголочек. Эта ниточка, тоже можете ее спрятать где-то с внутренней стороны. Она вам, в принципе, потом будет не нужна. Вот это все прячете, у вас должна остаться на кармашке только одна ниточка для пришивания, то есть которой вы будете пришивать. Таких карманчика делайте 2 штучки. 2 кармашка провязаны, и мы с вами встретимся в третьей части.